Ребята, вы сегодня на канале Лида Гейм. Нет, не на этом канале. Я, к сожалению, не смогла канал сделать. Я через своего папиного аккаунта. Теперь мой канал называется Ильяси. Мой папа так называется, Ильяси Меонидий. Простите, что так вышло. Ну что вам, канал или я? Конечно же я, кто-то скажет. А кто-то другой скажет, да нет, лучше канал. Ладно, не будем за это разговаривать. Сегодня я вам покажу свои миры в Майнкрафте. Покажу, как я там выживаю. И может быть какой-то лайфхак. Ну... И один чит я вам покажу, или два, три. Ну, сколько я там нашла. Так, ну, в первый мир, в который мы зайдем, это моя деревня. Вилладж номер один. И вы сейчас скажете, что такое вилладж? Мы же не умеем разговаривать по-английски. Некоторые так скажут. Вилладж – это деревня. Деревня жителей номер один. Я ее назвала так, но вообще-то не я, а ее так назвал наш мэр, потому что у него была дочка, которая называлась Алиса, и она брала все время по гимнастике первое место, и поэтому он назвал деревню номер один под цифрой, а деревня называется как-то по-другому. Я вам скажу в следующий раз, когда буду Майнкрафт снимать заново. Потом я, может быть, Roblox сниму. Ну и так вот. Мы сейчас зайдем в этот мир. Вилладж номер один, готовься. Я зашла в креатив, чтобы вам показать деревню сверху. А то я в выживании, как я вам покажу. С птичьего полета все. Ну, я там одну подделку ломала, потому что она... Эта подделка была как бункер. Так вот, я уже в своей деревне. И вам покажу сейчас первый чит, который можно сделать. Первый чит. Заходим. Вот в этот чат. Чат и команды, как вы видите. Заходим вот в эту палочку и пишем время. Но я напишу время и погода. А вы можете или погода, или время. Я положу день, чтобы было все видно. Ну и теперь я положу погода. Погода пусть будет ясна. Скоро все изменится. И теперь в дом мне некуда прятаться. Ну, вообще-то есть какие-то места, чтобы не спрятались, но я не думаю, что они догадаются. Так вот. Первое, что я покажу, это мой кораблик. Ну, не такой большой, но кораблик такой, чтобы рыбачить. Там флаги еще. Ну... Мой дом, как вам? Сейчас я покажу с такого ракурса. Вот здесь. А потом мы зайдем в выживание, чтобы вы увидели, как я выживаю. Мой дом. Я покажу его и отсюда, чтобы вы видели все и поняли, что сзади тоже ничего нету. Кстати, те, кто заметили, могут заметить... неправильную положенную доску. Ну, дерево. Вот это. Оно стоит как-то неправильно. Тот, кто догадался, пусть пишет в комментарии, что я неправильно сделала. Вот здесь по строительству неправильно сделали жители. Вот здесь. Вот здесь. Или из этого ракурса. Вот здесь. Где-то там. Пишите в комментарии. Так вот, это наша тюрьма из бедрака.
Сейчас мы в нее зайдем, и я вам все покажу. Ой, простите. Вот тут я положила колодца с водой. Ну, колодца. Ну, и такую кроватку. И знаете, чтобы ваши враги из тюрьмы не сбегали, никогда не оставляйте пол травой. Ну, если это, конечно, игрок. Если какой-то моб, например, как житель, хулиган какой-то, который из Майнкрафта сделан, а не игрок, то тогда можно оставить... вот. Можно землю оставить. А то я положила и ведро. Вдруг я со своими братиками поиграю, и я их буду в тюрьму сажать. Это наша статуя, которую построил самый богатый житель, но он, к сожалению, умер и ушел со своей жизни. Он в 30 лет ушел, потому что он делал... Ну, не знаю, что у него там было. Он получил очень много урона от кого-то. Даже у него дополнительные сердца вышли из ниоткуда. И он еще и эти дополнительные сердца потерял. А это грэпперский огородик. Грэп — это сестра Алисы, которая сделала этот садик. Ну и так вот, это наша больница. Хотите, покажу, что там внутри? Сейчас вам покажу. Вот. Вот сундук, дверь. Ну, вещи, конечно, вот. Все, что вы видите прямо сейчас. Все, что вы прямо сейчас видите, это все. Ну, библиотека, все такое. Но я покажу то, что я сама все построила. Вот это построила я. Это bus station for city. Это... автобусная остановка в город. И тут то же самое. Это опасика. Пчел. Я им тут специально цветочки положила. Это, ну, такой красивый, как фонтанчик примерно. А это сердце. У него что-то написано. Любители любви. Как-то так. Тот, кто проходит через это сердце, говорят, что у него будет удача, если он пройдет к следующей части деревни, он будет с удачей. Я столько раз проходила через это сердце, и наоборот, мне было неудача иногда. Иногда удача. А это наш магазин. Сегодня суббота, и он не работает. Магазин не работает. Завтра будет работать. Но завтра у меня не будет времени на ролика. Может быть, появится. Потому что у меня тут очень много работы. Ну, наша церковь. Ну, я вам практически все показала. О, я забыла показать. Вот тут пекарня профессора Стива. Он был раньше профессором, а стал в пекарне работать. Ладно. А это наша, это моя машина. Знаю, как-то некрасиво ее построили. Ну, и это... наш склад, ферма и все, что вы видите. Послушайте, у меня, сейчас я подумала немножко, что у меня нет времени. Это, значит, первая часть, а я вам покажу еще и вторую часть, там, где я буду в выживании и вам показывать всю свою жизнь. Обещаю, это будет завтра, послезавтра. Ну, или сегодня даже, не знаю. Давайте договоримся на лайки, хорошо? Посмотрите.
Даже торговец согласился. Ну, мы знаем, конечно, что по команде игры он должен так делать. Ладно. Ребята, мы сейчас немножко с вами попрощаемся, потому что мне надо немножко передохнуть. Ну и все дела. Ой, даже гроза наступила. Ну, в общем, мы должны прощаться. Я должна уходить домой, иначе тут начнется большой ливень. Мы должны попрощаться. Пока-пока.